15 декабря с участием основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, во Дворце нации состоялась церемония принятия присяги членами правительства Республики Таджикистан. Следует отметить, что в соответствии со статьей 73 Конституции Республики Таджикистан и статьей 8 Конституционного закона Республики Таджикистан о правительстве Республики Таджикистан, члены правительства после назначения на должности и утверждения указа на совместном заседании Маджлиси Милли и Маджлиси Намойондагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан присягают президенту Республики Таджикистан. Члены правительства с чувством ответственности присягнули президенту Республики Таджикистан в том, что превыше всего будут ставить интересы нации и государства, будут преданно и самоотверженно служить, все свои силы и знания направят на социально-экономическое развитие Таджикистана, будут неукоснительно соблюдать Конституцию, законы, распоряжения и указы президента Республики Таджикистан и будут неуклонно стремиться к повышению авторитета Таджикистана на международной арене. После принятия присяги членами правительства президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, призвал членов правительства Республики Таджикистан к честному и добросовестному служению на благо народа и Родины.